Что у вас случилось? Понятно. Ожидайте. Плохо с сердцем. От 500 сообщений в сутки принимают фельдшеры станции скорой помощи в Рязани. Раньше на все выезды выезжала неотложка. С июня выезды стали распределять между скорой и поликлиниками. Врачи, ведущие прием, теперь приезжают к пациентам, которым не требуется срочная госпитализация. Например, у человека высокая температура или давление. За июнь станция приняла 12 600 вызовов. Из них 264 вызова переданы в поликлиники. Это позволило уменьшить время ожидания для экстренных пациентов. На опыте, который у нас есть, мы видим, что пациенту из поликлиники даже быстрее приходит специалист, чем мы можем доехать при нашей загруженности. В поликлинике областной клинической больницы за июнь было максимум 2 вызова в день. Пока они поступают в регистратуру, но со временем в кабинете неотложной помощи появится свой телефон. Врач перед выездом звонит пациенту, чтобы уточнить, как он себя чувствует, на месте уже решает, какую помощь оказать. В некоторых ситуациях, когда врач оценивает, что состояние больного ухудшается, ему нужна специализированная скорая помощь, вновь врач вызывает бригаду скорой медицинской помощи, дожидается приезд специалистов к больному и только тогда передает пациента врачам скорой помощи и после этого покидает свой пост и возвращается в поликлинику. Система, разработанная, чтобы снять нагрузку на неотложку, работает только с 8 до 17. В выходные и поздно вечером, когда поликлиники закрыты, ко всем, кто почувствовал себя плохо, приезжает только скорая. Главное испытание этой системы впереди. Эффективна она или нет, узнаем в холодное время года, когда, как правило, больше вызовов. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».